Один из самых интересных периодов истории страны связан с азербайджанскими ханствами, появившимися на карте мира в 18 столетии. Их взаимоотношения друг с другом и с крупными державами, а также тот вклад, который они внесли в становление традиции государственности в Азербайджане, требует особого внимания. Ученых в первую очередь интересуют атрибуты государственности, подтверждающие независимость ханств. Часть из них дошла до наших дней, другая трансформировалась в современные атрибуты. Так какие же государственные атрибуты имели азербайджанские ханства? Насколько независимую политику они осуществляли? И какие отношения складывались между азербайджанскими правителями и главами соседних империй? Возникновение первых независимых ханств относится к 40-м годам 18 века. Если часть из них появилась после заката государства Надыршаха, то другие сформировались в результате борьбы против Ирана еще в период его правления. На северных землях образовались Карабахское, Щекинское, Гянджинское, Шамахинское, Губинское, Бакинское, Дербентское, Линкоранское, Нахчеванское и Ереванское ханства. Еще 10 ханств появились на территории Южного Азербайджана. Наряду с ханствами на северных землях существовали и султанаты, но именно ханства Северного Азербайджана играли особую роль в становлении традиций государственности. Когда в начале 19 года приняли боевое знамя воинских частей АДР, на одной стороне знамени была надпись арабской графикой «Помощь от Аллаха и победа близка». Это было, как версия была принята, она же попала в приказ и официально уже стала элементом военного знамени наших воинских частей. И тут возникает вопрос, откуда эта надпись? Оказывается, что эта надпись с теми же буквами, той же графикой имелась на боевых знаменах азербайджанских ханств второй половины 18-го, начала 19 веков. Военное знамя периода АДР вобрало и другие элементы тюркской государственности. Так, по краю полотнища оформлено старинным орнаментом, украшающим в том числе мавзолей Амир Тимура. Особый интерес представляет навершие, как боевого, так и государственного знамени. По своей форме они напоминают навершие азербайджанских знамен периода ханств. И если государственный флаг АДР восстановлен в своих правах и сегодня широко известен, то знамена периода ханств этим похвастаться не могут. Так что же они собой представляют? Огромные полотнища, великолепно украшенные навершия, кисти, которые подвешены к ним. Помимо государственных, есть еще штандарты отдельных ханов. В большинстве случаев они либо пятиугольные, либо треугольные формы. Это штандарты, которые показывают, то есть, где находится тот или иной хан на то время, то есть в мирное время, в бою его позицию. То есть это личный штандарт, он должен был сопровождать хана во всех торжественных церемониях или во всех церемониях, которые важны с его точки зрения или с точки зрения людей того времени. В военных действиях правителя сопровождал еще один государственный атрибут – тук или санджак. Тук или тух – символ государственности на Востоке. Представлял собой древко с символами власти без полотнища. Сохранился как жезл тамбур-мажора в военном оркестре. Такие элементы были в Азербайджане, они есть на рисунках, их есть описание. И самое важное, что сохранился один из таких символов, это тух Джавад хана Гянджинского, того самого хана, который оказал сопротивление войскам генерала Цицианова и героически погиб в бою за независимость своего ханства. Так вот, в момент, когда он погиб, было взято и его личное, и знамя его ханства, и его личный штандарт, и в том числе этот тух, они сейчас хранятся в Национальном музее истории Азербайджана. Тух очень высокий, это полый деревянный такой конус, на него конским волосом разного цвета дано очень, ну, святой очень такой орнамент, свитый из конских волос. То есть, видите, такая оригинальная форма. Если мы посмотрим аналогии, то мы видим, что такие же были в государстве Фивидов и в Османской империи, и много таких османских тухов мы можем видеть в европейских музеях. Европейские музеи могут также похвастаться хорошей коллекцией драгоценных шестоперов периода азербайджанских ханств. Этот символ власти также стал частью военного обмундирования правителя. Шестопер.
Холодное оружие ударно-дробящего действия представляет собой разновидность булавы с шестью металлическими пластинами, которые иногда называют перьями. В Европе шестоперы распространились с XIV века как заимствование из культуры восточных народов. Как и булава, шестопер служил также символом власти военачальника в некоторых странах, сохраняет церемониальное значение и в наши дни. Это то, что, в принципе, правитель носил в руках. Зачастую он пользовался им в бою, конечно, но потому что материал был очень такой крепкий, сталь с покрытыми украшениями. Хотя, конечно, очень редко было, что до правителя доходила очередь принять участие непосредственно в самой стычке. Тем не менее, вот этот элемент оружия, как шестопер или шешпер по-азербайджански, и булава, или топуз по-азербайджански, большей частью играли роль символа власти. Поэтому они так украшались. Великолепно украшенный топуз, то есть булаву, мы видим на рисунке в дворце шакинских ханов. Хан, выступающий в поход, еще не одет в доспехи, тем не менее он даже в парадной одежде держит в руках булаву, украшенную драгоценными камнями. В музее истории Азербайджана есть очень важный атрибут власти. Это шестопер или шешпер Ибрагим Халил хана Карабахского. Как известно, Ибрагим Халил хан Карабахский – это тот самый карабахский хан, который принял власть российского императора. При нем Карабахское ханство вошло в состав Российской империи. В ответ император Александр I послал ему штандарт с признанием власти Ибрагима Халил хана Карабахского над Карабахом и окрестными территориями. Этот штандарт, кстати, также хранится в Национальном музее истории, естественно, уже с российским гербом, со соответствующей российской символикой, потому что Карабах уже стал считаться с этого момента частью Российской империи. И тем не менее, этот штандарт важен как признание власти именно азербайджанского правителя на данной территории. Карабахское ханство было присоединено к России в 1805 году. Кюрекчайский договор о переходе Карабахского ханства под власть России был подписан Ибрагим ханом Карабахским и генералом Цицановым. Согласно договору, Россия брала на себя обязательства в отношении сохранения целостности владений и преемственности ханской династии в Карабахе. Однако через год по подозрению в измене Ибрагим Халил хан был убит. Позже генерал Гудович в письмах к министру военно-сухопутных сил Вязимитинову и министру иностранных дел барону Будбергу назовет подозрения в измене безосновательными. Из отношения графа Гудовича к министру военно-сухопутных сил Вязьмитинову от 21 августа 1806 года. По рапортам, мною полученным от командующего войсками в Грузии генерал-майора Несветаева, открывается, что 17-го егерского полку подполковник Лисаневич и бывший с ним майор Джараев без побудительных причин с отрядом егерей учинили нападение на Ибрагим хана Шушинского, который, не имев при себе войска, кроме прислужников 35 человек, мужского и женского пола и одну жену с тремя малолетними детьми, находился по сю сторону крепости Шуши близ садов на горе без всякого укрепления и сам вышел из палатки навстречу отряда, не сделав ни одного выстрела. Но егери начали стрелять и колотить штыками, где Ибрагим хан убит и все бывшее с ним имение досталось в добычу учинивших нападение. Из отношения графа Гудовича к министру иностранных дел барону Будбергу от 21 августа 1806 года. Хан Карабахский, как видно из рапорта генерал-майора Небольсина, секретно разведывавшего о всех обстоятельствах всего важного происшествия, убит понапрасну подполковником Лисаневичем. Об отдании коего под следствие я сею же эстафету всеподлиннейше доношу его императорскому величеству. Указом Александра I после убийства Ибрагим хана правителем Карабаха стал Мехтикулу хан, который также получил от российского императора символы императорского благоволения – почетные одежды, медали и золотую саблю. Личное оружие в тот период считалось важным элементом государственности. В подавляющем большинстве случаев, когда изображаются сцены инвеституры, сцены, когда правитель встречает иностранных послов, мы видим обязательно две, как минимум две сабли. Если одна из них у самого правителя,
или перед ним лежит на специальной подставке, то вторая обычно находится в руках человека, стоящего за его спиной. Причем эта вторая сабля обязательно укутана в шелк или в какую-то парчу, при этом выступает только рукоять. И это важный элемент. Это дело в том, что когда человек вступал на трон, он получал саблю, которая передавалась по наследству от момента основания государства, то есть от момента первого правителя государства. Но так как новый шах получал собственную саблю, то есть сабля, на котором уже выгравировалось его имя, фактически получалось на всех церемониях он уже ходил с двумя саблями. И не случайно, что когда российский император подписывал договор с тем или иным азербайджанским ханом о переходе ханства в подданство российской короны, как важный элемент император посылал украшенную драгоценностями саблю. То есть император учитывал, что на Востоке элемент вручения сабли – это один из элементов признания государственности, но в составе уже другой империи. То есть вот этот элемент восточной геральдики, он как-то был принят уже и российскими императорами. Естественно, речь идет о первых порах, о тех моментах, пока ханство наше существовали. После того, как последнее ханство наше было ликвидировано, в Азербайджане была установлена комендантская форма правления, в этот период мы практически потеряли этот элемент власти. Ханы обладали неограниченной властью. В то же время при хане функционировали и диваны, которые в некоторых случаях выполняли скорее консультативную функцию, а в других имели достаточный авторитет при принятии решений. Например, по торговым отношениям как между самими ханствами, так и с другими государствами. Торговые отношения ханств охватывали достаточно большую территорию. Наиболее интенсивно развивалась торговля с Ираном, Османской империей, Россией. Из Азербайджана экспортировались нефть, соль, шафран, шелк, сырец, ремесленные изделия, разнообразные ковры. Естественно, для ведения торговых операций использовались монеты. У каждого ханства была собственная валюта. Это очень важно с точки зрения того, что монеты вообще с древности на Востоке показываются как элемент, который свидетельствует о том, что есть государство, есть правитель, и он осуществляет свою линию, в данном случае экономическую и государственную внутреннюю линию. Золотых монет на период азербайджанских ханств не сохранилось. Но здесь мы должны учесть то, что на Востоке, начиная уже с периода развитого средневековья, золотые монеты чеканились только в особых случаях. То есть в подавляющем большинстве случаев в экономике они большой роли не играли. Основной чекан – это серебряный. И очень большом количестве в обращении находились медные монеты. Раньше всех из северо-азербайджанских ханств к выпуску своих монет приступило Гянджинское ханство, удачно расположенное в центре торговых путей. Налаженный здесь еще в 1742 году чекан своеобразных серебряных монет Аббаси от имени Надыра Шаха Афшара не был прекращен после смерти последнего. Они продолжали чеканиться до 1773 года. Помимо Аббаси чеканились его фракции. Дошедшая до нас последняя монета Гянджинского ханства датирована 1800 годом. Ранние монеты Ширванского ханства, чеканенные в Шимахе, датированы 1765-1767 годами. Это серебряные анонимные Аббаси. Щекинское ханство выпуск собственных средств обращения начало несколько позже своих соседей Гянджинского и Ширванского ханств. Согласно дошедшим до нас монетам, монетный двор Щеки выпускал свою продукцию с обоими названиями монетного двора – Щеки и Нуха. Кубинское, Тебризское и Нахчеванское ханства чеканили серебряные анонимные монеты. Особое место занимает монетное дело Карабахского ханства. Здесь в 1790 году был начат чекан оригинальной серебряной монеты, известной как Панахабади, то есть Панахабадская. Панахабади. Серебряная монета Карабахского ханства чеканилась с 1790 года. Средний вес монеты составлял свыше 5 граммов, что в два раза превышало средний вес Аббаси. Так как Панахабади по весовому стандарту равнялась двум синхронным Аббаси, то ее номинальная стоимость в 2,5 раза превышала суммарную номинальную стоимость двух Аббаси, равную на тот момент 400 динарам. Панахабади обращалась по принудительно завышенному курсу. Это первая монета в истории азербайджанской нумизматики, названная в честь города, построенного панах-ханом Панахубада, ныне Шуши. В Карабахе чеканились также монеты в пол Панахабади. Выпуск этих монет продолжался до ликвидации ханства в 1822 году.
С ликвидацией ханств прекратили свою деятельность и монетные дворы Азербайджана, хотя чеканенные в них в последней четверти 18 и первой четверти 19 века серебряные монеты еще долго обращались на местных рынках, а затем служили своеобразным аксессуаром к женскому наряду, превратившись из нумизматических памятников в этнографические. Практически все монеты носят на себе, естественно, мусульманскую символику. На некоторых есть изображения, отражающие связи с предыдущими геральдическими элементами. Здесь мы видим и восьмиконечную звезду, полумесяц, изображение лук и стрел, где-то лошадь, рыба, как тоже символы власти. То есть вот эти элементы есть, и они показывают общую линию развития, которая у нас шла в отношении геральдических элементов. Эти же символы обозначены на древних надгробных памятниках на территории Азербайджана, а также на керамических, медных, бронзовых изделиях. Товары с этой символикой пользовались огромной популярностью в мусульманских странах, с которыми ханства вели торговлю. Экономические отношения между ханствами расширялись, тем самым создавая условия для развития ремесла, торговли, науки и культуры. Это способствовало развитию отношений с другими государствами. Существует огромное количество документов, свидетельствующих о широких международных связях правителей азербайджанских ханств. Велись переговоры азербайджанских правителей с российскими правителями, с османскими правителями и с правителями Ирана из рода Каджаров. Причем во всех из них азербайджанский хан, независимо от того, какая у него территория, какая у него там, финансовое состояние, военное состояние, рассматривается как независимый правитель, правитель равный императору, султану, шаху. Возьмем, например, для примера такой немножко забытый договор, как Георгиевский трактат 1802 года. И вот в Георгиевском трактате указано, именно в первой статье указано, что российский император признает власть Шихали-хана Кубинского над Дербентом и признает его в качестве Дербентского хана. Но самый важный момент заключается в том, как он обращается к этому правителю, кубинскому ханству. Мы видим в форме превосходительный, для использования термина превосходительный и высокостепенный хан. Это уже говорит о многом, и не говоря уже о том, что мы видим в документах Кюрекчайского договора, по которому Карабахское и Шакинское ханство переходили в период Российской империи, были подписаны между этими ханствами и представителями самой империи. То есть они рассматривались как независимые правители, и самое главное, они рассматривались как государственное образование, которое имеет право подписывать договор с империей. Азербайджанские ханства поддерживали экономические и торговые отношения с соседними империями – Российской, Османской и Ираном, а также вели переговоры с европейскими странами. Какие-то документы мы можем найти уже о переговорах с Англией и Францией, особенно в тех моментах, когда те пытались воздействовать на происходящие события, особенно в Южном Азербайджане. И вот эти документы есть, переписка есть, сохранились даже подарки, например, османские. Подарки османских султанов карабахским ханам хранятся в Национальном музей истории Азербайджана. Есть даже, например, известная картина, написанная маслом, европейскими художниками, показывающая, как император Франции Наполеон принимает делегацию ханств и делегацию из каджаров, правителя принцев Южного Азербайджана. Ну, и, как известно, позднее Франция действительно оказала военную помощь Аббас-Мирзе, будь то строительство военных заводов и униформ, оружия и так далее. С расширением международных связей росло и экономическое благосостояние ханств, процветали города. В таких крупных центрах, как Шимаха, Баку, Шуша, Дербент, проживало от 4 тысяч до 10 тысяч населения, в основном азербайджанцы, что подтверждается российскими же официальными документами. Российская империя, включив эти ханства в свой состав, рассматривала их как источник сырья, источник материальных ресурсов. И сюда посылали серии комиссий, задача которых входила описание материальных и в том числе людских богатств. Есть документы, которые полностью отражают демографическую картину. Они показывают, насколько в страшном состоянии оказался Азербайджан к моменту
окончания войн, подписания Туркменчая. Ну, давайте обратим внимание достаточно на Карабах. То есть есть описание карабахской зоны по деревням, по селениям, с описанием, где кто проживает, сколько, например, христиан своих исконных, и сколько было переселено христиан, то есть, ну, в большинстве случаев это армяне, из Турции и Ирана. Переселение армян на Кавказ началось после подписания Гюлистанского и Туркменчайского мирных договоров по итогам русско-иранских войск. Однако военная агрессия огромной Российской империи против ханств началась раньше. В январе 1804 года российские войска после кровопролитных боев захватили Гянджу. Затем в течение нескольких лет в состав Российской империи добровольным или насильственным путем вошли Карабахское, Щекинское, Ширванское, Бакинское, Губинское, Дербентское и Линкоранское ханства. Вхождение этих территорий в состав Российской империи подтверждалось Гюлистанским мирным договором. По Туркменчайскому договору к России также отошли Ереванское и Нахчеванское ханства. Гюлистанский мирный договор подписан между Российской империей и государством Каджаров 12 октября 1813 года после окончания русско-иранской войны 1804-1813 годов. По этому соглашению Каджары признавали переход к Российской империи Дагестана, Картли, Кахети, Мегрели, Имерети, Гурии, Абхазии и азербайджанских ханств, Бакинского, Карабахского, Гянжинского, Ширманского, Шикинского, Дарбенского, Кубинского, а также часть территории Лянкаранского ханства. Туркменчайский мирный договор подписан между Российской империей и государством Каджаров 10 февраля 1828 года после окончания русско-иранской войны 1826-1828 годов. Документ подтверждал территориальное приобретение России по Гюлистанскому мирному договору. По Туркменчайскому договору к России также отходили еще два азербайджанских ханства – Ереванское и Нахчеванское. Также каджары обязались не препятствовать переселению армян на завоеванные территории. Очень важный еще момент то, что более сотни азербайджанских селений оказались опустошенными в тот момент, когда азербайджанское население покинуло эту территорию, не желая подчиняться правителям иноверцев. Мы говорим, что те или иные города, территории, кварталы, селения погибали в войне, несли потери. Мы говорим о переселении на территорию Азербайджана армян, но мы забываем тот аспект, когда Российская империя разрешила азербайджанцам покидать свои земли. То есть обычная империя, захватив ту или иную землю, не позволяет людям уходить отсюда. Это все-таки те, кто будут платить ей налоги. Но в данном случае было разрешено, и учитывалось то, что когда будут сюда переселяться армяне, им нужно место, им нужны населенные пункты, и поэтому больше 130 азербайджанских селений было опустошено. То есть люди просто ушли, не желая подчиняться правителям другой веры, другого государства, не своим правителям, и ушли на большинстве случаев на территорию Турции, зону Восточной Анатолии. На их местах были поселены армяне, поселили не в пустыне, а в реальных наших населенных пунктах. И очень важно, что это отражено не в каких-то воспоминаниях, были на сказках, а в реальных официальных документах Российской империи. По данным описания Карабахской провинции, собранного в 1823 году действительным статским советником Могилевским и полковником Ермоловым, прослеживается прирост армянского населения за счет армянских переселенцев из Ирана. Согласно реестру, в провинции имелся один город – Шуша и около 600 сел, в которых проживали около 20 тысяч семей или 90 тысяч жителей. Данные из реестра описания Карабахской провинции за 1823 год. Национальность – азербайджанцы, численность семей – 15 729, в городе Шуша – 1111, в деревне – 14 618. Национальность – армяне, численность семей – 4366, в городе Шуша – 421, в деревне – 3945. Всего численность семей – 20 095, в городе Шуша – 1532, в деревне – 18 563. Александр Сергеевич Грибоедов, занимавший в тот период должность посланника российского императора при дворе иранского шаха, в послании графу Паскевичу также приводит таблицу о численности местного и переселенного населения в Нахчеване. Данные из таблицы подтверждают, что на момент этой волны переселения армян здесь практически не было. По подсчетам российских чиновников, только в течение 1828 года в Северный Азербайджан из Ирана было переселено около 35,5 тысяч армянских мигрантов. Из них 10 тысяч человек разместили в Нахчеване, 15 тысяч – в Карабахе, 5 тысяч человек – в Ереване.
Оставшиеся 5000 были расселены по другим регионам Азербайджана. Именно эти цифры приводит русский исследователь Николай Шавров в книге «Новая угроза русскому делу в Закавказье». Он также подробно описывает, как в результате заселения этих территорий армянами был искусственно изменен этнический состав населения. Из книги Шаврова «Новая угроза русскому делу в Закавказье». Мы начали проводить имперскую политику в Закавказье не с переселения русского населения, а с расселения иных народов. С 1828 до 1830 года мы переселили более 40 тысяч армян из Ирана и более 84 тысяч из Турции и расселили их на лучших казенных территориях Елизаветпольской и Ереванской губернии, где армянское население составляло меньшинство. Для поселения им выделено более 200 тысяч десятин казенных земель, а также для них были куплены земли у мусульман-землевладельцев на сумму более 2 миллионов манат. Нагорная часть Елизаветпольской губернии, имеется в виду нагорная часть Карабаха и берег озера Кюйча, Севан, были заселены переселенными армянами. Общее число переселенных и тех, кто переселился неофициально, превысило 200 тысяч человек. В результате этих переселений в начале 20-го столетия из 1 миллиона 300 тысяч армян, проживающих в Закавказье, более миллиона не являлись коренным населением региона, а были переселены нами. Перепись населения, проводимая на территории Азербайджана российскими чиновниками, демонстрирует, что все армяне, оказавшиеся на территории азербайджанских ханств, были переселены сюда российским же командованием в разные годы. Взять тот же самый Дербент, если брать материалы по определяющей демографии и социальный состав, мы увидим, что в Дербенте русскими чиновниками зарегистрировано 130 представители знати азербайджанцев и один представитель знати армянин, и то переселенный сюда под русским командованием, правда, не в этот период, чуть раньше, но все равно указан состав переселенцев. То есть это показывает ту картину, которую мы имели. Везде идет упоминание о преобладании азербайджанского, тюркского, мусульманского населения над пришлым армянским населением. После присоединения ханств Северного Азербайджана к России армяне заселили бывшие территории Ереванского ханства, а также частично Карабахского. Так, история этих азербайджанских ханств вдруг стала представляться как история государственности армянского народа, который до 1918 года собственного государства не имел. Азербайджанские ханства внесли большой вклад в становление государственности Азербайджана. Часть атрибутов этих, казалось бы, на первый взгляд небольших ханств дошла до наших дней и демонстрирует уровень развития государственности в Азербайджане в XVIII веке, а также свидетельствует об ее древних традициях. Позже на основе этих традиций было создано первое на мусульманском Востоке демократическое государство – Азербайджанская Демократическая Республика, правопреемником которой стал современный Азербайджан. Но это уже совсем другая история.